Смотрю на эту девушку, моя любимая, на дворничиху на нашу. Она метет или гребет снег и днем, и ночью, и утром. Хорита, иди смотри. Иди смотри сюда, иди. Видишь? Реально, я смотрю утром, она шкребет. Смотрю, целый день шла пурга и метель. Она снова шкребет и шкребет и шкребет. У нас самый чистый двор. Я ходила в Пятерочку сейчас. Купила себе гранат. И смотрю, она опять гребет. Прям хочется ей что-нибудь подарить. Вообще. Такая худенькая. Тоненькая. И все этот снег гоняет. Смотрите, как все вычистило. Все дорожки, все подъездные, к подъездам. Все-все-все везде. Чистота. Какая она все-таки умница. Снова эта Снегурочка идет с подарками к нам. День сурка. Утром смотрела в окно. Шла эта Снегурочка и девушка эта гребла снег. Сейчас на улице темнота, и девушка гребет снег, и Снегурочка идет домой с подарками. Это что-то. Это что-то, мои любимые, вообще капец. Хорита, ты видела? Хорита, ты видела? Какая женщина ответственная. Не то, что ты. Безответственная, бессовестная, кисоньку только ходишь, гоняешь. Ты видела? Видела? Где Юля? Юля! Пошли на кухню посмотрим, пришла Юля или нет. Пошли. Пошли посмотрим, где Юля. Беги. Беги вперед, где Юля, посмотрим. Молодец. Где Юля? А ты тут? Ну мы рады. Подожди, гординку уберу. Давай. Смотри, где Юля? Где? Не пришла? Не пришла. Где она, Хорита? Тебя бросила на произвол судьбы и ушла. Капец. Капец. Ходишь, как неприкаянная. Юлю ждешь. Ну смотри, где Юля. Смотри. Где Юля? Да не корм, кошечкин, смотри. А где Юля? Да блин. Да я тебя тогда хоть опущу вниз. Ты весь подоконник засрешь. Вот она, девушка. Правда, мои любимые, хочу ей что-нибудь подарить. А что ей подарить, не знаю. У меня ничего нет. Может, шоколадку? А сама останусь без шоколадки. Буду есть гранат. Точно. Я уже могу без шоколадок. Я вышла. Вон она гребет. Гребет снег. Она прям с ним так борется. Вообще. Не могу. Детки бегают, снежок везде беленький. Видите, как каждому подъезду почистила. Все там такая худушечка маленькая. Гребет и гребет снег. Сейчас она сюда подойдет, я ей подарю шоколадку. От вас всех. За ее труд не кто-то написал. А у нас снег, снега навалило, из подъезда не выйти. У нас вообще ни дворников, никого не видно. А у нас гребет утром, в обед, вечером, всегда, как не посмотрю в окно. Ниночка гуляет, 83-летняя. И вот эта дворничиха метет и метет. Метет и метет. Сейчас подойдет сюда, подарю ей шоколадку. Здрасте. Снегу намело, да, снега намело. Наверное.
какая метель была. Намелованы в коляске везде. Такой вот, да. Да. Давай спускайся. Вот. Это ваша, да? Да. Да, тут, наверное, дверь была открыта, и очень сильно сюда все мело. Давай, сквозняк. Заходи. Сквозняк был. А тут дверь, по-моему, да, не закрывается? Да, не закрывается. Я тут каждый день выхожу, несколько раз закрываю. Полная коляска снега. И там тоже. Да, и санки замело. Ну, ничего, то, что мы сегодня выгребали в садике, не сравнимо, да? Смотри, что тут тебя с ногами. Да, намерло. Там гостиная. Я могу предложить пешочком пройти. Ходить на холодный сон. Может, свои лежит. Какая она все-таки пчелка. Я в тапочках на снегу. Тапочки на снегу. Розовые на белом. Как ни посмотрю, вы все работаете. И утром, и вечером. А когда отдыхаете? Когда могу. А как вас зовут? Очень приятно, Светочка. Дай Бог вам здоровья. У меня одна работа, поэтому так получается. У нас самый чистый двор. Да, ну, куда ну, не пойду. Там тоже эти все-таки убираются. Вы умница. Все равно обосрали. Да? Конечно. Че, еще кого-то не устраивает? Постоянно звонят, жалуются с дома. Это не я. Да не, не знаю кто. Светочка, это вам. Ой, спасибо большое. Да ну, чего вы думаете? На здоровье. Спасибо. Это потому что у нас тут чистенько всегда. Спасибо большое. Не обижайтесь, если они жалуются. Я вообще уже это... Каждый делится тем, что у него есть. Кто-то обидами, да. Кто-то... Мне главное, чтобы мне Бог скажет. Правильно. Умница. Хорошо.